Друзья, нахожусь на рынке в городе Рига сейчас. И вот проходил и нашел здесь только что корейскую морковку. Я ее очень давно не ел. И вот сейчас взял, кстати, очень вкусная. Стоит... А сколько она стоит, получается? 3 лата килограмм. А, килограмм 3 лата, да? То есть это получается 100 грамм? 30 сантимов. 30 сантимов, ага, примерно. То есть это если брать... В евро примерно, вот, допустим, килограмм этой морковки сколько будет в евро? 4,27 евро. Так, а я вам сколько должен? 72. Смотрите. Так это нет. Не, там есть и такие, там. И такие. Что-то сбил золотую, я? Я, та сверсея. Алло. Ну вот сейчас это, я, значит, маршрутки ходил, да, там ездил, маршрутки есть. Там дома. Такая вот морковка. Очень давно не ел. Не, да, вот эти вот маршрутки. Ну, здесь вот все такое, это рынок, это, как я уже говорил, друзья, да, такой, да. Постсоветский, скажем так, типа такого. То есть все, что есть в России или было, по крайней мере, когда-то. Сейчас я тут думаю, что тоже все есть, конечно. Вот здесь это все можно взять, в отличие от европейских стран. Я посмотрел все маршрутки. Также, видите, здесь очень много других вещей каких-то есть. Тоже. И капуста. Это типа квашеная капуста получается. Да, есть. Они вот каждый час, они до 23, там почти до полдвенадцатого есть. Раньше вот такие вот корейские морковки, они продавались в таких пакетиках, если помните. Такие тонкие пакетики были. В старые добрые времена этот пакетик стоил около, кажется, рубль он стоил. По крайней мере, в городе, в котором я жил, он стоил рубль. Спасибо. Всего хорошо. До свидания. Скажите, здесь есть раздел электроники вот там, на этом рынке вообще? Не знаете? Нет, по-моему, нет. Ага. Спасибо. Так, что ж, пока все. Такая маленькая морковная зарисовочка. Смотрите Анзор ТВ.